Всем привет! Меня зовут Паша, и сегодня мы попробуем разобрать вступление к легендарной песне группы Offspring «The Kids Aren't Alright». Давайте разберем данное вступление на фрагменты. Первый фрагмент – малая терция. Зажимаем ее таким образом. Мизинец ставим на восьмой лад четвертой струны, а указательный палец ставим на шестой лад третьей струны. Получается вот такой вот интервал. Теперь давайте разберемся с правой рукой. Ну, во-первых, вся партия играется прямым штрихом, то есть атака медиатора вниз. Играем, приглушая струны, ребром ладони правой руки. Приглушенно. Четвертая струна. Четвертая струна. Открытый интервал. Четвертая, третья струна. Опять приглушенно. Четвертая струна. Потом открытый интервал. Четвертая, третья струна. И два раза четвертая приглушенно. Вот что у нас получилось. Еще раз. Второй фрагмент будет звучать так. Теперь мы играем интервал большая секунда. То есть, мизинец у нас так и остался на восьмом ладу четвертой струны. А указательный палец переместился на пятый лад третьей струны. Видите? Штрих играем такой. Открытый интервал. Приглушенно. Четвертая струна. Четвертая струна. Опять открытый интервал. И приглушенно четвертая струна. Теперь берем четвертую, третью струну открытую. И делаем слайд, передвигая указательный палец с пятого на шестой лад. Заканчивая этот фрагмент двумя приглушенными четвертыми. Давайте повторим второй фрагмент, а потом сыграем оба фрагмента вместе. Итак, второй фрагмент. Теперь вместе. Третий фрагмент. Указательный палец на четвертом ладу четвертой струны, безымянный палец на шестом ладу третьей струны. Играем штрих, как в первом фрагменте. Два раза четвертый приглушенный, потом четвертая, третья открытые. Опять четвертая приглушенная, четвертая, третья открытые и два раза четвертая приглушенная. Должно получиться так. Еще раз. Следующий фрагмент. Указательный палец так и остается на четвертом ладу четвертой струны. Средний палец на пятом ладу третьей струны. Штрих. Открытая четвертая, третья. Два раза приглушенная четвертая. Открытая четвертая, третья. Одна приглушенная четвертая. Затем четвертая, третья открытая. Делаем хаммер-он, ставим безымянный палец на шестой лад. И два раза приглушенная четвертая струна. Слушаем, что получилось. Еще раз. Следующие два фрагмента почти во всем идентичны третьему и четвертому фрагменту. Только теперь у нас вместо четвертого лада шестой лад на четвертой струне, мы его зажимаем средним пальцем. А на третьей струне у нас работает на пятом ладу указательный палец, на шестом ладу безымянный. Вот что получается. Завершающая часть звучит так. Остаемся на шестом ладу четвертой и третьей струны средним и безымянным пальцем. Берем четвертую, третью открытую. В это время делаем хаммер-он мизинцем на восьмой лад. После этого два раза четвертая приглушенная. Отпускаем мизинец. Четвертая, третья открытая на шестом ладу. Два раза четвертая приглушенная. Ставим указательный на пятый лад. Четвертая, третья
открытые. Три раза. Четвертая струна приглушенная. И делаем хаммер-он безымянным пальцем на шестой лад. И два раза. Четвертая приглушенная. Давайте заценим последний фрагмент. Еще раз. Ну что ж, спасибо за внимание. Если что-то будет непонятно, пишите, постараюсь ответить всем. До новых встреч!